Надо сказать, что нам не хватает правильного финансирования, потому что, конечно же, детское кино в основном в основной своей массе оно бюджетное. И мне кажется, что нет смысла снимать... Этим страдает большое взрослое кино, да, мы снимаем зачастую фильмы про какие-то детективные истории, про какие-то фантастические истории, про исторические истории, про космические истории, а мы не снимаем про обычных людей. У нас почему-то все время в фильме должен быть бандит, у нас должен быть сотрудник правоохранительных органов, честный или нечестный, это не важно. А у нас должен быть бизнесмен, близкий к криминальным кругам или с возможным прошлым криминальным. Мы перестали снимать истории про обычных людей, которые живут с вами в одном подъезде. И если вы к ним приглядитесь, вы поймете, что вам ужасно интересно узнать историю их жизни.